Сегодня генеральный секретарь ООН осудил обстрел пассажирского автобуса в зоне конфликта юго-востока Украины. Он заявил, трагедия под Волновахой должна быть расследована, а виновные в ней привлечены к ответственности. При обстреле автобуса, который следовал по трассе Донецк-Мариуполь, 12 человек погибли, 16 ранены. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, подобные провокации не должны привести к эскалации боевых действий в Донбассе. Есть уже оценки, я не буду сейчас в них вдаваться, которые показывают наличие нескольких версий произошедшего, но в них надо тщательно разобраться, прежде чем показывать на кого-нибудь пальцем, как наши западные и украинские коллеги любят делать. Мы твердо рассчитываем, что именно объективное, беспристрастное расследование будет иметь место. В пользу этого высказался единогласно Совет Безопасности ООН в заявлении, которое мы поддержали. Будем держать ситуацию на контроле. Будем добиваться, чтобы это расследование не постигло та же судьба, что и расследование, которое должно было проводиться по другим инцидентам. Пока ни одно из резонансных преступлений не расследовано.